не забудьте, как я сегодня вижу, что было. Борис солнце, не знаю, как запишет, нам надо быть текстура. Сейчас я вам отрежу, и обалденно вкусно, вот есть там, есть свиная, ну, вот свиная. Мои дорогие, я Наташа, и мой канал, который называется, ну, вы знаете, как он называется, а кто не знает, прочитайте, и не забудьте подписаться на мой канал. Ребят, я с ночи, конечно, ужасно работала сутки через сутки. Сегодня дежурство было, ух. В общем, я пришла, свалилась, спала, встала только в час. Борюсь с солнцем, не знаю, как запишется, нам надо быстрее скушать. Ну, знаете, что у нас? А у нас сегодня холодец, варила сама. Посмотрите, какая текстура. Сейчас я вам отрежу и покажу. Смотрите, какой он у меня. Ой. Как положено. Тут говядина и свинина. Обалденно вкусно. Вот есть чуть-чуть горчицы. Ну, и на холодец овощи. На закуску будем кушать. Горчица, наверное, вырви глаз. Прошибает. Горчицу делала. Фу, мама. Хо-хо-хо. Обалденно. Холодец варил позавчера. Секундочку. Я даже прослезилась. В общем, не знаю, на мой внешний вид не обращайте внимания. Я не должна была просто записать мукбанг с такой вкуснятиной. Горчицу больше много не положу. Ой-ой. Это очень вкусно. Холодец. Я же его пробовала. Я вчера уходила на сутки. И, естественно, я положила себе на работу. И на работе оценили. Естественно, с покупным не сравнишь. Я забыла, что покупала это. В общем, здесь рулька, ножка свиная. Ну, рулька свиная, ножка свиная. И коленка говяжья. Сегодня прихожу, практически лотка нет. Одного. Два лоточка получилось. Но мне горчица для меня очень острая опять. Першит. Аж. У меня отличная новость. Я в отпуске. На целых 2 недели. Буду потихоньку отмывать квартиру, готовиться к Пасхе. Когда я устраивалась на работу сутки через трое, я думаю, у меня же будет столько времени. Столько. Я делаю. Ну, почему-то сутки через трое. Получается, работать очень редко. Тут сутки через сутки, тут сутки через двое. И. Ну, и тоже YouTube. Ну, кошка вышла. Тут тоже надо работать. И не всегда убраться получается, а вот всякие укромные углы залезть не получается. Поэтому будем все без что-то. Чистить. И у меня мясо. Сколько много мяса. Прям жилочка в жилочке. Я, конечно, сняла видео, как я делаю, варила его. Но он у меня будет на Яндексе Дзене. Кто хочет посмотреть, заходите. Я попозже его туда выложу. А, наверное, я уже его выложу. Ем все без хлеба.
Вчера, ну сколько уже можно, весна же, весна все-таки вроде как. Стараюсь есть без хлеба. Обалденно вкусно. Все в шоке на Ютубе с новыми налогами. Я еще не разбиралась. Мне девчонки кидали, девочки мои, куда чего зайти, куда чего посмотреть и как правильно заполнить. Но я думаю, что я это буду делать все завтра. Сегодня я просто ем и отдыхаю. Мне так приятно. Пишут, что я хорошо выгляжу. Но не всегда, конечно. Сегодня вот глаза заспанные какие-то. Ничего не помогает. Поэтому еще задача узнать, что на Ютубе творится. Я что, знаете, какой салат захотела? Свежая помидорка. Туда идет. Ну, у меня нет малосольных, есть соленый огурчик, картошка, лук и чеснок. Ну, это тоже называется как бы винегрет. Но вот из таких продуктов. Думаю, надо как-нибудь сделать. Представляете, как это вкусно. Говорю, у меня получилось 2 сутка, но они глубокие. Уже одного нет. Я взяла на работу, испачкалась горчицей. Я взяла на работу, и там вот чуть-чуть осталось Яна. Яна тоже ест. Холодец нам полезен. Всем полезен. В нем коллаген для хрящевых, для связок, для суставов. А у кого перелома, обязательно включайте его в рацион. Усни еще. Надо уже подстригаться. Краситься. У меня много планов на отпуск. Сегодня даже не могла зайти никуда в магазин, прям вот тупо домой. А у меня закончился мой я частин покупаю. Закончился частин. Доместос он тоже хороший, мне нравится, но он дороже. А частин нет. А запах ли, в принципе, одинаковый. Поэтому мне надо частин. Я думаю, что за 2 недели у нас потеплеет. Я надеюсь на это. Ой, опять. Фу-фу-фу-фу. А вкусно. В общем, еще надо идти в магазин. Еще варить. У нас остался пол лоточка. Сейчас я взяла, Яна взяла. Правда, оно уже проходит. Обожглась, как пока варила холодец. А, вот пузырь еще. Обожглась, сильно ошпарит. Ну как, вот крышку снимала. А я варила тоже с ночи. Я купила, замочила. Пока тут моталась, уснуть не могла. У меня 2 часа в воде холодной постояла, у меня скота.
Я его натерла, все намыла, поставила варить. Потом уже говорю: Ян, снимай пенку, а я спать. Яна сняла, закрыла на медленный огонь. В общем, к вечеру быстро разбирал уже. И пока проверяешь, что так все быстрее-быстрее, потому что у меня на следующий день опять на работу. А он жевается долго. Тем более говядина. Я его режу ножом. У меня у мамы корыто деревянное и тяпка. Она вот так делает. У меня нету. У меня была где-то тяпка. Да. Я не знаю, где она, но корыта у меня нет. Я же не буду тяпать где-то на тарелке. Она же собьется. Поэтому я просто на доске режу ножом. Потом я все бульон процеживаю, все вместе опять свариваю, кипячу и уже чесночка добавляю. Я уже повторяю 100 раз, я никаких специй не кладу. Я люблю натуральный запах и вкус, вот, ну, перебивает. А если хочешь, отдельно, пожалуйста, свежий зелень. Можно, у меня нет ее. Огуречки. И... Да ладно, нельзя они. Гоша, Гоша. И это было очень вкусно. Все, всех люблю, целую. С вами была Наташа, мой канал, который называется «Мама Наташа представляет». Кто хочет узнать, как я варю холодец, приходите на мой канал Яндекс.Дзен или Яндекс.Эфир. Также забивайте «Мама Наташа», и я вам там все покажу. Пока-пока, обнимаю всех. Не забудьте подписаться.